июня 1941 по ноябрь 1946 житель Соликамска, работник Уралкалия Тимофей Антипин написал жене Маруси более 150 писем. Эти письма стали живым источником правды о войне, честным и настоящим. Этому ежедневному подвигу соликамцев-калищиков на войне и в тылу мы посвящаем эту передачу. Марусь, очень скучаю по твоим письмам. Где-то они меня ждут. И сам бы я очень многое хотел бы тебе написать обо всем, но ведь невозможно. Не знаю, у всех ли новизна место вызывает болтливость, но у меня так. И в хорошую погоду, в маломальских удобных условиях я готов ехать всю жизнь, и каждый день для меня был бы радостью. Как велика и прекрасна наша Родина, и как много в ней хорошего, чудесного, что постичь одним человеческим веком невозможно. Письмо мое с последнего места ты уже, наверное, получила, а я все продолжаю путешествовать и, как видишь, уже созерцаю из открытой двери товарного пульмана уже украинскую природу. Меня особенно удивляет то, что рельсы железных дорог на всем протяжении через определенные промежутки подорваны. Черт их знает, как хватает на это терпения. Даже в своих варварских поступках они точны, как немцы. Вероятно, так же аккуратно и хладнокровно они насилуют девушек, убивают стариков и детей. Можно подумать, что Гитлер вынул им всем сердца и вместо сердец вставил бездушные механизмы, превратив живого человека в автомат. Пиши, Маня. Крепко целую.